делал вот эту крышу и прикидывал, что сюда можно будет в комнату эту вставить. Прикидывал там столы, у меня есть кровати. Но сегодня речь пойдет о столах, потому что если про все мебели говорить в одном видео, это будет часы занимать. Так хоть пару минут, ну несколько минут будет. Вот у меня есть тут два стола, такой большой, крепкий, который разве что на улицу пойдет, потому что по масштабам он слишком большой для комнаты. То есть там такой стол на полкомнаты, ну почти там треть, да. Но это я специально делал такой под навес большой стол. Ну, он сложный, я лучше расскажу про более примитивный, хотя я на нем еще в 2014 году, он старенький, наделал кучу всяких там мелких штучек, да. Но сама основа стола, она очень примитивная и простая. Для того, чтобы понять, как, кстати говоря, хочу показать, что тут двухглавый орел и герб Украины. Потому что еще в 2014 году я надеялся на какое-то единение народов или государств. Вот, потому, когда в дневнике за 2007 рик надыбал в гербах герб Севастополя, в котором почему-то при незалежній Україні впихнули двоглавого орла. Подозрительно. Да, подозрительно. Да. Что там, то ли с Черкас, то ли с Чернівці, вот это герб Украины достал. Да. Надеялся тогда на какое-то единство. Да и за границей, когда украинцы с русскими встречались, то типа говорили, могли сказать, мы вне политики, снимали сообща какие-то там комнаты. Вот. Короче, сейчас уже это мало, уже нереалистично выглядит. Ну, как дань эпохи, пускай уже будет. Так, вернусь я к столам, да, что я ушел. Тут чернильница, еще горшочек типа с чернилом, книжечки, листочки. И вот типа нарисована картина, да, там олень и лев. Так, теперь к самому столу в основе. Вот кажется, что тут все такое тонкое, но на самом деле это намного проще, чем вот тот. Значит, как такой стол сделать? Вот эти вот части, это не от стола, но принцип можно подчерпнуть и рассказать на пальцах. Значит, вот тут видно такой щит из досок, которые я называю половинки, вдоль расщепленные спички. Вот они склеиваются между собой, пока они на чем-то ровном. Вот, промазывается вот тут вот шов. Потом, когда они склеены по нужному количеству вот этих спичечек, по длине порезанные, такой длины, как надо. Ну, это не стол, но если представить, что вот здесь вот обрезано, вот, мы представим, что тут обрезано, то это уже может быть основой, щитом для стола. Просто в это вот место между продольными и поперечными досками нужно вклеить нужную по длине ножку. Вот. Четыре ножки одинаковые по длине. Просто одну какой-то длины обрезать и уже по ней все остальные три. Вот. Приклеить. И вуаля. Вот тут видно. Видно, что такая же конструкция. Вот. Как и тут. Вот туда вот приклеена только с наружной стороны вообще эти ножки. Вот. И дополнительно укреплены снизу. Я повращаю, чтобы было
Понятно как. Ну, вот так вот. Простой вариант. В итоге оно хоть и тонко, но довольно-таки крепко. Вот. Такой стол мощный. Я думаю, что и не стоит рассказывать пока, как он делается. Хотя он, в принципе, тут видно, да, такая окружность. То есть тоже это щит. Ладно, расскажу таки, да, это щит. Просто, по-моему, вот этот мелкий проще сделать. Да, отвлекаюсь. Щит такой же, как я рассказывал. Потом по периметру наклеены такие. Это не половинки, да, это скорее 2/3 спички в толщину. Вот, для того, чтобы оно все крепким было. Ну а дальше вот эти вот ножки круглые вклеиваются туда. И для укрепления вот такие вот по диагонали спички. Почему я говорю, что это сложнее? Потому что вот эта вот аккуратность и ровность на самом деле, когда оно вот так вот, не так легко сделать, проще сделать, ну, отрезать вот так вот, да, представим, что тут обрезано, да, вот такой вот щиточек сделать, 4 ножки, ну и можно там какое-то укрепление еще снизу, и все, в принципе, готовый стол. Вот, это у меня, пожалуй, все по столам. Ну, вот. Всем, кто посмотрел, кому понравилось. Вот, благодарю. Есть вопросы, пишите в комментариях. Понравилось лайки, не понравилось дизлайки. Все, до свидания.